Я прямо уверен. Знаешь, что тебе надо сделать? Что? Собрать яйца в кулак. А ты типа никого не боишься, да? Что ж ты тогда перед капитаном вечно мямлишь? Ничего я не мямлю. Нас тут водили раньше. Какой там код был? 2-8-9-3. 2-9-8-3. Чего? Они водили 2-8-9-3. Я сам видел. Ну-ка. Не подошло. Ха! 2-9-8-3. Я же говорил. Осторожно, тут человек-акробата. Черт, еще дверь тоже закрыта. Опять? Вы прикалываетесь? А мы в чем виноваты? Тут, наверное, где-то рядом переключатель. Мы будем богаты, Билл! Я все продумал, Билл! Все пройдет как по маслу, Билл! Заткнись, Билл! Не хочешь ехать в Пасифику? Ты что, засал, Билл? Больших денег боишься? Это не я решил, что пакету с наркотой одиноко лежать в кармане. Что бы мы без тебя делали? Черт! У меня дробовик! Максимальный огонь по цели! Пиздец какой! Ты всех положил. Я что-то в край заебался. Выберемся отсюда. Уволюсь и открою ларек с хот-догами. На сосисках миллионы зарабатывают. Иди нахер, Чар. Просто нахер. Угомонись. Надо ехать отсюда. Машины уже совсем близко. Они у тебя? Ключи? Стой, погоди. Только не говори, что забыл их наверху. Все, нашел. Расслабься, Чумба. Акробат, блядь. Надо же, какую встречу мне организовали. И идти никуда не надо. Здравствуйте, друзья мои. Я не слишком рано? Мы можем все объяснить. Тихо! Мне о тебе не сообщали. Что ты тут делаешь?
Эти двое наняли меня помочь. Я бы на их месте тоже не отказался от помощи. Я только одного не могу понять, в чем вы так вымазались. В кетчупе? Не нашли, чем вытереться? Ну, да, но не совсем. Как сказать? Ясно. А ты говорить умеешь? Ну, была перестрелка. Одного ранили, он много крови потерял. Потом твой товар сюда принесли. Наверху оставили, если что. Вроде все в норме. Еще один великий оратор. Может, в третий раз мне повезет. Все было, как он сказал. Я очень не люблю, когда меня обманывают. Ребята! Ты меня достал! Нам всем пизда. Можете выходить. Акробат мертв. Уже все? Ага. Садитесь в машину и газуйте отсюда. Надеюсь, уж с этим вы справитесь. Спасибо. Ну, мы едем или как? Ага. Еще раз спасибо. Ну все, я тогда сообщу, что мы вернулись. Подожди, я сначала Стелле позвоню. Давай. Стелла? Да. Мы как раз собирались... Ну что, Ви, расскажешь, что на этот раз случилось у полиции? Тебе самому не насрать, что случается у полиции? Вижу, ты не в духе. Ладно, обойдусь без подробностей. Хватит и того, что заказчица довольна. Закрываю заказ. Слушай и повинуйся.
первое, никаких МСПД. Копы получат пулю в мозг. Правило второе, никаких КРП. Вам здесь не рады. Правило третье. Мои люди поддерживают мир в ум. Не обеспечивают его безопасность. Они закон. Столкнитесь с последствиями. Надо же, какие люди в нашей скромной клинике. Вы уже вернулись к работе после мусорщиков. А что нам надо было делать? Сидеть и плакать? Если вся жизнь — полоса препятствий, надо учиться прыгать. Интересно, почему судьба распорядилась так, что человек типа тебя попал в боевую зону? А откуда тебе известно, что я за человек? И судьбу тоже не надо приплетать. Я приехал сюда по своему собственному желанию. Есть импланты на продажу или все уже в резерве? У нас все идет в дело. Если не будешь выпендриваться, и для тебя что-нибудь найдем.
Down.
теперь так. Тяжелая артиллерия. Держать позиции, сукины дети. Она открыта с флота. Захату сбоку. Укрепляйте лед. Сейчас будет взламывать. Он меня взломать пытается. To you live from the collective unconscious at 88.9 Pacific Dreams. Это пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мне однажды снилось, что хакеры взломали мои легочные импланты. Я начал задыхаться, посинел, а потом проснулся. А вот девушка по имени Индира Баратца и правда умрет, если не спасти ее от шантажиста. Ты знаешь, что делать. Если нужны подробности, прочти мое письмо. Это что за хуйня?
Мы тебе платим, чтобы исследовать новый хром. Был в курсе. Это говно даже ломать не надо. Оно уже сломано. Сиди. Здесь? А ну, выходи! Так-так-так, что у нас тут? Погоди, не стреляй, я тут по делу. Ты ведешь дела с вудуистами? Ага, ну то есть, после того, что ты устроил, они точно сменят поставщика. Вудуисты теперь не ставят импланты у риперов? Эти импланты не для установки. Они с ними эксперименты проводят. Расскажи, что за исследования имплантов они проводят. Не знаю и знать не хочу. Без того проблем хватает. Знаешь Милка Алексиса из вудуистов? Ну, слышал про него кое-что. Чувак из сети практически не вылезает, а все вокруг него на цыпочках ходят. Крутан какой-то, наверное. Где мне его найти? Ты меня не спрашивай. Мне проблемы не нужны.
Ты же вроде за деньгами сюда пришел. Говори, что знаешь, и в накладе не останешься. Тогда можно и поговорить. Вот эти импланты, да? Вудуисты их почти все разбирают на части. Ищут всякие эксплойты и взламывают. Остальное ставят в старых роботов. Рабочих почти нет, но один у них прямо неплохо вышел. А зачем им эти роботы? Ну как зачем? Включи голову. Если этот Милка такой важный, ему нужна круглосуточная охрана. Я и так потерял много времени. Можно как-то обойти этих роботов. У них хорошие датчики движения. Пройти незаметно точно не получится. Метко стреляешь? Более-менее. Ха! Вудуисты держат своих роботов в какой-то серверной. Я перегружу дисковые массивы. А ты? Ты херач по серверам, пока они не взорвутся. Жахнет такой импульс, что у этих жестянок все контакты поплавятся. Ладно, свободен. У меня еще куча работы. Рад за тебя. Активация системы защиты. 40%. Средство прямого воздействия.
Идет сканирование территории. Обнаружено присутствие живого отравителя. Запуск процедуры эвакуации. Открытие аварийного выхода. Эй-эй-эй, поосторожнее. Я подключен к Нетраннеру. Ты же не хочешь, чтобы ему тоже перепало? Милка уже труп, а вот ты еще нет. Если хочешь жить, лучше отойди. Ты только зря потратишь пули, поверь мне. Алан Ноэль, агент сетевого дозора. Специалист по борьбе с оргпреступностью. Думаю, мы с тобой сможем договориться. Не спеши.
Очень приятно, агент Алан Ноэль из сетевого дозора. А теперь отойди. Дай мне хотя бы отключиться от Милка. Хорошо. Только без резких движений, а то пристрелю. Так-то лучше. А теперь послушай. Ты пока не можешь убить Милка. Попробуй мне помешать. Я уже не первый месяц сижу в этой норе с толпой троглодитов, чтобы выйти на группу убийц и шантажистов, к которой принадлежит Милка. Для этого мне надо найти того, кто дергает за ниточки. Уж извини, но тебе придется обойтись без Милка. Не делай этого! Ви-ви-ви, знаешь, почему мне нравится с тобой работать? Ты всегда делаешь то, что от тебя требуется. Теперь заказчица может быть спокойна. Работа сделана, перевод отправлен, заказ закрыт.
еще? Ayuda. Я ненавижу этот ёбаный город.
Yeah.